А вас не воротизирует, что критика, те ленты, которые принимаются порой публикой очень хорошо, не привечаются вот профессиональными обозревателями, кинокритиками? Или вам это без разницы? Не без разницы. Нет, действительно? Для меня... Нет, критику надо слушать, потому что критика учит. Угу. Для меня критика важнее в театре. Так. Потому а у нас что... есть театральная критика? Такая вот прям вот настоящая? И... Кто бы сомневался. Но в театре... Театр для меня — это живое существо. Кино — это все-таки кино. Кино, mm-hmm. как в это черное окошечко, отдаешь энергию, и не факт, что она тебе вернется потом. Mm-hmm. Если раньше были большие фильмы, был кинозал, и ты по дыханию зала чувствуешь, там, как зрители реагируют, то сейчас этого не происходит. Больше телевизор. При всем понимании, что, дай бог, чтобы наше кино по-настоящему встало на ноги. А театр, он живой, он дышит, он каждый раз, ты выходишь, и маленький этот зал, ты слышишь, как зритель напрягается, или как ежится, или как смеется, это здорово. А вот вы в кино скажете, вот в кинозале, вы свой материал, ну, кино, в котором вы снялись, вы когда отсматриваете? Только на каких-то премьерах? На премьерах, да, и то не всегда. Почему? Ну, так случается. Нет, не нравится? У меня за все время, сколько я в профессии, слово «нравится» в кино, если раньше тебя ежит, корчит от того, как я ненавижу свой голос, что за внешность, а походка, нет, это со временем проходит, ко всему привыкаешь. То есть начинаешь себе нравиться? Не нравится, но ты привыкаешь к этому. Ага. Некоторые вещи, конечно, но так как бы назад отскочу, когда ты... Работаешь в кадре, не все режиссеры, как ни странно, но дают посмотреть в монитор. Ты, конечно, сразу видишь свои ошибки и, пользуясь своим опытом, да. ты их исправляешь. Угу. Но больше, наверное, внимания уделяешь, если это какой-то экшен, экшен-кадрам уделяешь, если уж на то пошло, потому что все... Если это Алексей Кравченко, значит, это боевик. Угу. Достало? Да, по полной программе. Причем, если ты снимаешься в каком-то другом амплуа, у всех пауза сначала. Вроде хорошо, придраться не к чему, но он же боевик. То, что я с автоматом хорошо справляюсь в кадре, это только моя заслуга, ничья иначе. Поэтому я и, извините, с женщиной могу неплохо в кадре справиться. Себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Это правда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».